Особенная атмосфера царила и в 41-й самарской школе. Гармония – одна из ведущих школ города. Последний звонок – прощальный вальс. Своих эмоций выпускники не скрывают. Вы знаете, буря эмоций и какие-то смешанные чувства. С одной стороны, мы уходим из этой школы, а с другой стороны, кажется, что завтра мы опять придем и будем опять же учиться, опять же сидеть за партами с нашими любимыми учителями. Слезы едва сдерживают и преподаватели. С такими учениками жаль прощаться. Многие – победители школьных олимпиад. 14 претендентов на золотые медали. Действующий на базе школы детский театр «Задумка» в этом году стал обладателем гран-при самого большого в России фестиваля конкурса «Волшебная туфелька». На торжественной линейке выпускников напутствовал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Впереди у вас интересная, большая, замечательная жизнь, в которой будут и трудности, в которой будут радости. Уверен, что вашими успехами школа будет гордиться. После линейки выпускники отправились в школьный двор, чтобы посадить в саду новые деревья. Традиция существует с самого основания школы. И, конечно, каждый год, когда они возвращаются в школу и на вечер встречи выпускников, и весной приходят, они обязательно подходят к своему дереву, держатся за него, загадывают желания, и они всегда сбываются, они приносят им удачу. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.